Так, друзья, очередной привет. Илья Владимир, прокатись.ру. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать вот этого вот китайского красавца под названием Хасунг. Буквально пару минут мы с вами посмотрим сейчас видео, как Макс Сергеев, наша компания, распаковывал этот мотор, что у него было в комплектации. И дальше я расскажу свои мысли, свои эмоции и вообще покажу его поближе. И будем дальше разбираться. Вступление моторов, электромоторов носовых. На этот раз это у нас Хасунг, 24 вольта. Длина ноги 152 сантиметра. Распаковываем. Нержавейка. Штангометалл. Да. Так, далее у нас... Это у нас, видимо, пульт управления. Пульт управления. Это, видимо, провод зарядки. И ремешок. Пробежи. Винт будет упростой. Внешние проводы, гайки, грузить, да? Да. В целом сделан добротно. Ну все, вот Макс как раз разобрал, показал, а теперь давайте поближе к тому, что у нас есть. Самое главное, на самом деле, прочесть инструкцию. И сейчас буду рассказывать и показывать для тех, кто не очень любит читать инструкцию, любит смотреть и слушать. Ну, в общем-то, что для чего предназначено. Погнали. Ну, что хочу сказать вот по поводу Хасунга, да, то есть это модель 24 вольта. У нее 60-я штанга, вот эта вся штанга. Значит, и плюс ко всему она 80 лб. Конструкция отличается от других китайских лодочных моторов. Во-первых, здорово то, что здесь боковинки не снимаются и возможен доступ сразу же к крепежным отверстиям, то есть немножко проще его, наверное, снимать с лодки. Причем такая конструкция, она как с левой стороны, так и с правой стороны электромотора. Там стоят некие пружинки, которые то же самое там блокируют, разблокируются эти педальки. Значит, сброс мотора осуществляется следующим образом. Нажимаем на педаль, мотор уехал туда из своего лафета. Лафет немножко сделан поаккуратнее, чем у компании Cipro или Хайба, наверное. Здесь есть ручка на основном блоке. Плюс ко всему здесь стоит плата контроля как минимум заряда батарей. Здесь есть кнопка спаривания, ну, скажем так, не спаривания, а синхронизации. Ну и некие индикаторы там и прочее. Фиксация всевозможная. То есть, в общем-то, здесь у нас установлен винт. Должен быть установлен винт, который мы с вами сейчас будем обозревать. Есть две некие инструкции. Ну, про них сейчас чуть-чуть прям попозже. Значит, электрический ввод сделан через вот такой вот, скажем так, фиксатор ввод специальный. То есть не позволяет ломаться проводам. Здесь все закручено. Не знаю, цвет какой-то вообще блеклый, на самом деле, вот этими штуками. И что самое интересное, везде обратил внимание, что эти разъемы типа служат быстро разборными. То есть идея какая? То есть китайцы даже в инструкции показывают, что не нужно устанавливать предохранитель. Некорректно, на самом деле. Наверное, для наружной установки, когда у вас аккумулятор стоит рядом с электромотором, не нужно. Подошли, как бы дернули там разъемы, там разъединили, да, то есть, а вот когда у вас аккумулятор внутри стоят, ну, не надо это так делать. Дальше. Что самое меня впечатлило, идет строп-лента. У меня такая на электромоторе Garmin Force. Вот, строп-лента. Она служит, опять же, таки по инструкции. Здесь у нас есть вот целая инструкция, два листочка. Как тут собрать, повернуть, отключить. Во-первых, в режиме транспортировки вот этот фиксатор глубины, его лучше всего переводить вот сюда, для того, чтобы, как они пишут, продлить долголетие вашего носового электромотора от компании Хасунг. В инструкции указана лента. Лента служит следующим образом. На самом деле были проблемы на американских моторах, на всевозможных, даже на Гармине лента это идет. То есть мы с вами должны соединить вот эту штангу и прицепить ее к либо вводу, либо к раме, для того, чтобы в походном положении, когда мы с вами скачем по волнам, собранный электромотор не разложился. Потому что те же самые моторгайды, многие знают, были проблемы, когда моторгайды раскладывались,
и штанга вот эта вот ломалась. В данном случае, кстати, штанга выполнена из нержавейки, насколько я понимаю, и мне это не очень нравится, потому что здесь могут оставаться, во-первых, места, ну, скажем так, вмятины какие-то могут оставаться, либо могут, скажем так, она может деформироваться и не принять обратно своей формы, ибо это не композит, как на других. Здесь, наверное, я бы сказал так, что это, ну, скажем так, минус какой-то определенный именно у этого электромотора. Хотя минусом назвать это сложно, такой блестящий, яркий, нарядный, все здорово, но, скажем так, вот такая особенность. Винт очень похож на некий минкотовский, да, он тут, понятно, какие-то тут рисочки вроде бы есть, да, то есть, ну, они, тем не менее, позволяют немножко отсечь, сбросить в воду, ну, такой, в общем-то, есть в инструкции даже вариант использовать трехлопастной винт. Попробуем, может быть, от чего-то он когда-нибудь подойдет, потом про это расскажем. Дальше идет нижняя перышко, которая устанавливается вот сюда, ну, в общем, защищать будет винт от ударов об подводные какие-то препятствия. Идут две гайки на винт, два шплинта, два анодика. Ну, очень предусмотрительно со стороны китайского производителя. Это ключ для винта. Болты крепления из нержавейки с гайками, с старопластом крепления двигателя. Дополнительный кабель. Я так понимаю, этот кабель служит, опять же, в инструкции нигде не нашел, но кабель служит для, наверное, объединения аккумуляторов. 2 по 12. Соответственно, мы соединяем масс минусовым проводом плюс-минусом тех аккумуляторов 1 и 2, да, и получаем 24 вольта. То, чего будет работать на самом деле этот электромотор. Дальше у нас с вами есть брелок, так как электромотор с GPS, и есть возможность заякориться в любом для вас месте. У нас есть брелок, здесь кнопки включения, здесь у нас синхронизация, побыстрее, помедленней, влево-вправо, выключение, двигаемся как эко-ракета, вот, а здесь якоримся. То есть основные кнопки, они вот такие, ну и светодиод. К данному брелку идет шнурочек небольшой, плюс ко всему идет некая зарядочка 5-вольтовая. То есть вот разъем прикурителя, можно это все соединить. И здесь, наверное, некая батарейка. Вот они пишут 3,7 вольта. Не знаю, какая там батарейка. Можно попробовать разобрать, посмотреть аккумулятор. Или, ну, точнее, там аккумулятор, да. Не батарейка. Вот, голова себя представляет некую пластиковую деталь. Голова электромотора. Здесь тоже функции соединения с брелком. Спутники отрисованы, наверное. То есть, ну, что-то такая индикация она будет. Скоро съездим на воду, проверим. Модель называется Кайман. У Хасинга это Кайман. Вот. Что еще? Отмечаю на самом деле инструкцию. Давайте посмотрим прям буквально чуть-чуть. То есть здесь они рассказывают про то, что как это, подводные батареи, там, подводные препятствия всевозможные, соединения всевозможные, опять же, кто чего, куда, зачем. Далее, как правильно закрепить винт, снять винт, гайки, соединение аккумуляторной батареи. Вот, джампер вайр как раз вот он, скажем так, есть их модели. 55-й, к нам, кстати, скоро придет 55-я модель. Вот, брелоки, как соединиться все на английском языке. Опять же таки, рекомендую всем почитать. Вот, как подзарядиться батарейками всевозможными, какие индикации. Ну и в целом, как бы даже схема, простенькая электрическая схема вообще электромотора. Как что, то есть, ну, на самом-то деле, все основное, у нас здесь отснято. Причем, что самое интересное, даже есть вот такая штука, да, то есть то, что там поставляется, например, какая модель и какие там комплектующие поставляются. Удобно. Удобно, удивительно и классно. На самом деле, даже отпечатано в Китае на какой-то фабрике. Первое впечатление довольно приятное. Ну, то я смотрю на него, да, то есть первое впечатление по электромотору приятное. Хорошая комплектация, опять же, есть продуманные моменты. С той же самой ленточкой, например, да, то есть ждем, конечно, предохранители какие-то, ждем выхода на воду и будем смотреть, как будет себя вести этот электромотор на воде и сколько он будет потреблять электричество. Брелочек, конечно, довольно простой относительно того же самого там Сипро, нет некой индикации скорости работы и прочее, но с другой стороны, кто на нее обращает внимание, на эту индикацию, да, то есть вот на такой вот брелок, самое главное, что мы хотим, чтобы это все работало. Больше ничего. То есть, ну, включили, посмотрели. Так как у нас сейчас используются либо лиферные аккумуляторы, либо используются какие-то кулометры к лиферным аккумуляторам или к обычным, то в целом мы будем с вами в любом случае знать, какая емкость батареи осталась, сколько потребляет сейчас в настоящий момент электромотор и прочее. Относительно ценовой политики. Ценовая политика начинается примерно там в районе 160-180 тысяч рублей, ну, примерно так, да, то есть, опять же, все это будет скакать там от курса доллара к иене, иена к рублю и прочее.
И на выходе в любом случае все актуальные цены надо будет смотреть на сайтах либо производителя, поставщика, либо там на нашем сайте прокатись.ру. Еще раз повторюсь, мнение мое первичное очень неплохо собрано, так довольно интересно, качественно. Ну, посмотрим, как это все в жизни будет. Пока рано говорить, конечно, про это, про все. Но вот отторжение не вызывает явно. Что, друзья, вот так вот встречаем 24-вольтовый Хасвинг, 60-я нога. Это как раз модель носового электромотора, который в целом предназначен для лодок от 4,8, там, 4,7 метра, рибы всевозможные, да, до размера где-то примерно 5,5 метров однозначно. Вот так. Не хвастань чешуи, Владимир. Ну, увидимся на воде вот с этими китайскими поделками. Поехали.